концертов, конкурсов, показов и еще уже вперед на год расписан наш график. Действительно, синергия, которая присутствует у нас с ним вместе, она завораживает весь зал и все концертные площадки нашей страны. Леван Тодо, аплодисменты! Да, дорогие друзья! Прекрасный соведущий! Добрый вечер, дамы и господа. Давайте немножечко порадуемся за друг друга. Пожалуйста, я вас прошу, давайте поаплодируем очаровательно, неповторимо Анна Калашникова. Самая лучшая поп-певица. Певцы и певицы, ну позавидуйте уж молча, давайте поаплодируем. Мне, правда, бесконечно приятно, что я сам получаю эту награду, потому что мы больше 6 лет ни один корпоратив вместе отработали. Спасибо вам, спасибо номинации, спасибо Алисо за то, что вы делаете такой праздник не только нам, а всем, кто пришел, а прессе отдельно спасибо. Снимайте, пишите больше о нас. Спасибо большое. Я вас обниму, потому что я сейчас расплачусь, не знаю, я сегодня давала на дорожке импровизированное интервью, потому что для меня это очень важно, начинаю этот год получить такую премию, потому что на этот год очень намечено много интересных музыкальных работ, и начала его с открытия, с показа своего клипа. Хочу вас обнять. Спасибо. Ура! Анечка, я рад, жду свой приз. Не уходи, наверное, мне его донесут. Да, мы сфотографируемся, я думаю, меня тоже сейчас принесут. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем, пожалуйста. Ну, сегодня же воскресенье, представьте, что завтра выходные, давайте немного шума, дамы и господа. Не переживайте, не только я и Калашникова получают сегодня премию, все артисты, которые в зале, получат свою заслуженную премию. Ну, мне повезло больше всех, у меня самая очаровательная ведущая, и половина мужского зала сегодня завидует, просто меня ненавидят. Я первый. Друзья мои, давайте поаплодируем прекрасной паре, ведущей в таком случае. Леван Тодо и Анна Калашникова. Аплодисменты ваши громкие. Я, кстати, могу немножечко с вами поделиться тоже приятной информацией, как с коллегой в данном случае. Вы знаете, у меня тоже сегодня очень очаровательные ведущие, мне соведущие, мне тоже завидуют, как мне кажется, немножечко. Мне очень приятно, что сейчас абсолютно вы вдвоем здесь находитесь, потому что у нас есть следующая номинация. Леван, я прошу вас, оставайтесь здесь, потому что... Не уходить? Не надо. Радуйте класс абсолютно всех. У нас есть номинация. Пускай Калашникова тоже не уходит. Мне приятно с вами стоять. Говорят, в шоу-бизнесе мужчина с женщиной конкурируют, но в нашем случае, я честно могу сказать, я с этой потрясающей девушкой дружу 10 лет. Не только мы работаем, друзья, мы выступали перед депутатами на закрытых мероприятиях. Это настолько... У нас были разные случаи. Да, у нас был последний раз случай. В Абхазии это был очень тяжелый случай. На 7 минут... Когда свадьбу на 400 человек должны были вести мы вдвоем, а вела ее я. В принципе, из-за Ливана, из-за Калашникова Анну. Это был потрясающий случай, но Лева меня не бросил в этой ситуации. Он мысленно был со мной и сделал все так, чтобы для меня этот прекрасный вечер на абхазской свадьбе в 400 человек показался просто невероятной красивой красной дорожкой, которую я быстренько впорхнула и провела. А да, еще я вам больше того скажу. Анна Калашникова гонораром поделилась пополам, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Все-таки есть дружба в шоу-бизнесе. Мне приятно, что мы лучшая пара, самая красивая пара ведущих. Спасибо большое. Я хочу сказать насчет зависти, что все-таки зависть присутствует в голове у тех людей, которые не чисты на сердце. Если чистое сердце присутствует у человека, он никогда не будет никому завидовать. И действительно, в нашей дружбе никогда не было ни творческой зависти, ни материальной зависти. Мы всегда с Левой находили общий язык и находим. И спасибо огромное организаторам за то, что они это отметили. Ура! Левочка, я тебя тоже поздравляю. Ну что, Леван, давайте тогда нам нужно вручить вам что-нибудь очень приятное. Мы еще? Сейчас, абсолютно, мы сейчас это и сделаем, потому что для вас у нас есть отдельные номинации. И прямо сейчас я ее с большим удовольствием объявлю. Итак, номинация «Лучший светский журналист-обозреватель» присваивается Ливану Тодуа. Аплодисменты ваши. И вот, собственно, награда нашла своего обладателя. Лучший светский журналист года по версии продюсерского центра Алюсо. Друзья, итак, Алюсо Event Awards 2019 в разгаре. Мы только начали и уже вот две прекрасных номинации вручили. Я скажу, пожалуйста. Дорогие друзья,
Может, журналисты, наверное, все знают, моя историческая родина – это Абхазия. Я по первому образованию медработник. Вы можете поаплодировать. У меня красный диплом. Спасибо. Спасибо большое. Я сейчас заберу букет. А что с микрофоном-то? Лет 15 тому назад я даже не мог поверить, что когда-нибудь я буду... журналистом, ведущим. Я встретил очаровательную свою наставницу, все журналисты ее знают, это Юлиана Шахова. Давайте поаплодируем, благодаря нее я сегодня перед вами стою, я без конца рад за то, что она мне открыла мир телевидения. Спасибо большое. Меняемся, Иван, меняемся, я вам сейчас подниму, это же невероятный...